Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу». У нас хорошая новость. Вчера вышло постановление, разрешающее пересекать сухопутную российско-грузинскую границу. И 15 июля мы планируем караванинг, путешествие с домами на колесах по Грузии. Грузия – одна из самых лучших стран и самых интересных стран в плане путешествий с домами на колесах. Туда едут со всей Европы, с Арабских Эмиратов, с Турции, чтобы посмотреть достопримечательности. То есть, ну, это, по сути, мека для путешествий, вот как Норвегия для Европы, так Грузия для нас, но в Норвегии нет моря, а в Грузии есть теплое море. И вот в этот караванинг мы остановимся в нашем излюбленном кемпинге, где нас ждут, у Ладо, у реки, селение у реки рядом с Батуми. Будем там отдыхать. Ну и масса других достопримечательностей. Это Крестовый перевал, Схета, монастырь Джвари, женский монастырь Бодби, пещеры Прометея около Кутаиси. Гори, музей Сталина, само Тбилиси, древняя столица Тбилиси, Мцхета, обзорная экскурсия по Тбилиси, Батуми, сама дорога чего стоит, это военно-грузинская дорога, это она сама как достопримечательность. Вот, значит, ну а через неделю я выезжаю вот с этим красавцем-прицепом в Грузию, чтобы проверить, чтобы проехаться самому по этим местам и сделать как бы план этого путешествия интерактивный. Я буду проверять, как заезжают вот эти большие прицепы, как сейчас можно проходить границу с этим прицепом. То есть, по сути дела, я сделаю чек, сделаю проверку всего путешествия, которое предстоит 15 июля. Если вы хотите поехать с нами, пожалуйста, номер телефона 8-918-487-5079, отправьте слово «Грузия», и я вас включу в группу тех, кто едет с нами. И вы там можете друг другу задавать вопросы, там же я буду публиковать материалы о своем путешествии. Напоминаю, ровно через неделю туда выезжаю, буду в этой группе публиковать все, что я вижу, все, что я слышу, как я прохожу, как я останавливаюсь. Ну и я надеюсь, что это будет опровержением для тех, кто считает, что Грузия это какая-то там враждебная страна. Это на самом деле не так, потому что я вот за последние 2 месяца был там 3 раза, все нормально. Поэтому 8-918-487-5079, слово «Грузия», в ответ вы получите ссылку в группу путешественников в эту страну. Путешествие начинается 15 июля 2022 года, ну, а я начинаю проверять это путешествие, я отправляюсь с этим прицепом в Грузию через неделю, это будет 25 мая 2022 года.